Долг родине платежом красен. В этом на собственном опыте убедился молодой человек, который уклонился от мероприятий призыва. За свой проступок ему пришлось отвечать перед судом. Когда парень, проигнорировавший повестку, оказался в столь серьезной ситуации, у него сразу же появилось желание служить. Судья учел раскаяние, положительные характеристики и назначил минимальное наказание. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин, что составляет 2100 рублей. Кстати, молодому человеку после выплаты штрафа все же придется пойти в армию. С законом не шутят. Уклонение от мероприятия призыва – это преступление. 435-я статья Уголовного кодекса. Вплоть до 5 лет лишения свободы. В военном комиссариате отмечают, благодаря скрупулезной разъяснительной работе, уклонистов с каждым годом становится все меньше. В Мозырском районе в так называемом черном списке из 260 человек остался 101. Служба в вооруженных силах. Это не просто прихоть военного комиссара или желание какого-то там чиновника. Это учеба, это воспитание защитника Отечества. Это воспитание того военного, который при необходимости с оружием в руках сможет отстоять независимость нашей Родины. Судебный процесс проходил на глазах у многочисленных зрителей призывного возраста. Профилактическое мероприятие должно укрепить боевой дух будущих защитников Отечества и помочь мобилизовать свои внутренние резервы для службы в армии. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».